Политический эксперт Валерий Вознесенский рассказал, ссылаясь на свои источники в Кремле, на что решился Путин. По полученной информации, Путин дал приказ в срочном порядке найти крота, который сливает всю информацию иностранной разведки. Тот факт, что Америка знала о всех его планах вторжения в Украину, повергло его в бешенство. ФСБ проверяло всех, но пока результатов это не дало. Последней каплей стало то, что в Евросоюзе конфисковали подарок, который он сделал Алине Кабаевой и назвал его «Шахерезадой» – яхту за 700 миллионов долларов. Она была оформлена на подставное лицо, но власти Евросоюза получили информацию, кто на самом деле ее владелец. После такого Путин приказал всех чиновников и депутатов, которые имеют двойное гражданство, недвижимость или родственников за рубежом, в срочном порядке отстранить от работы. Ситуация стала катастрофической. Как это сделать, не ясно, так как большинство имеет второе гражданство и недвижимость за рубежом. Что тут говорить, если у Лаврова дочь в Америке, а у Медведева сын? Каждый третий депутат в Думе имеет гражданство Америки. Самый яркий пример – Ирина Роднина. Она, собственно, это и не скрывает уже давно. Первая космонавтка Терешкова отправила свою дочь и внучку жить в Италию, где и навещает их регулярно. Какая преданность родине может быть у таких людей? Они все могут быть потенциально шпионами.